И снова всем здравствуйте. Выехали мы с другом повечерить. Приехали на вот такое вот живописное место. У нас в Сибири есть. Погода, конечно, не рыбацкая, но рыба вроде бы как ловится. Посмотрим, как сегодня будет ловиться. Приехали на тот же водоем. Вперед я вам показывал, что в данной речушке рыбачил. Но это ручей не ручей, речушка не речушка. Ну, в общем, впадает в болото. Будем мы рыбачить сегодня с вами снова на паук подъемник. И друг будет рыбачить на спиннинг. Будет ловить хищную рыбу. Ну а что, как дальше будет происходить, буду уже, конечно же, показывать вам. Ну все, собираем паук и идем рыбачить. Так как времени у нас осталось совсем немного. Максимум 1,5–2 часа. Ехать надо будет домой. Если, конечно, дождик нас не настигнет. А то и раньше соберемся. Ну все, приступаем к рыбной ловле. Как видите, камыш наш мокрый. Дождик вот-вот только что прошел. Ручеек наш бежит. Палка вон там в воде была прям утоплена. А сейчас, как видите, вода ушла. Уже практически на суше. Прошло у нас 4 дня. С того момента, как мы рыбачили здесь с вами на подъемник. Ну что, уважаемые зрители. Собрал я наш подъемничек. И все, закидываем на то же самое место. Будем стараться. Подцепил я сразу же наше око, чтобы смотрело, что там творится. У нас плывет, не плывет, есть, нету рыбки наши. Да, мелочь, вот она сразу же поплыла. Ну все, а мы ждем наших сазанчиков, кабанчиков. Ну как ни странно, почему-то рыба очень мало. То ли может быть погода, то ли я не знаю. Может быть, скатилась уже большая часть. Но надеюсь, на жареху мы в любом случае добудем. Но пока еще из крупного, даже мимо что проплывал, ни одной рыбины не видел. Мелочь он опять подошла, и все. В прошлый раз-то она и шла, и шла, и шла, и шла. А сегодня почему-то нету пока. Ну ничего, будем ждать. Нам торопиться некуда. Может, погода. Что? А вот наши друзья и первая рыбка. Представляете, какие язёчки попались. Очуметь. Очуметь. Одни язи. Класс просто. Ну все, уже не зря приехали. Вот такие вот. Представляете? В количестве 3 штук. Тише, тише. На елки-палки. Ну все, распечатали. Сейчас остается только ловить. Гляньте сразу, сколько мелочи подошло. Ой-ой-ой. Крупняка пока не видно. Он тоже где-нибудь недалеко. Они, как понял, партиями подходят. Вот сейчас что-то большое прошло, по-моему. Справа. Камера все не захватывает, конечно же. Рыбы крайне мало сегодня. Практически вообще не ходит.
что-то все-таки на ее влияет. Может, погода. Может, еще что. Ну ничего, будем ждать. Снова ези, что ли? Конечно. Снова езечки попались. Ну, хоть ези ловится, и то хорошо. Но крайне-крайне редко и крайне-крайне мало. Так, в одну руку, наверное, их не возьму. Не удержу, вернее, взять-то уже взял. А удержать, может быть, не удержу. И здесь еще затянуто все у меня. Они крепкие, здоровые, упитанные. Так, первый пошел. Второй тоже пошел. А у рыбки вообще крайне мало, прям я скажу. Можно сказать, нету. Нам что остается? Только ждать. Раз приехали уже. Хоть такая, то слава богу. Суждено, так придет наш трофейчик. Может и прийти, да не успеем его поднять. И такое бывает. В большинстве случаев. Снова, друзья, поклевка и снова ясь. Представляете, гульные ези ловятся. Хоть бы карасик пролетел. Но зато ези какие. Смотрите, какие они широкие. Опа. Тише. Смотрите, какие они широкие. Гляньте. О, ясь так ясь. Нет, суждено ему остаться. Просохатил большую рыбку. Просохатил. Сколько вот уже стою, наблюдаю. Одна мелочь идет и все. Крупняка близко нету. Ни единого карася еще не поймал. Это куда годно. Вот вам, уважаемые зрители, сравнение двух рыбалок. В прошлый раз мы были, какое разнорыбье было. И мы практически, что там, 1.5-2 часа порыбачили и домой поехали. И я сейчас вот уже сколько стою, кроме мелочи, практически никто и не плавает. Не проходит. А иной раз вообще никто не проходит. Сегодня вот, считай, кроме езя больше ничего не поймали. Пока. Все еще, конечно же, впереди. Ну как все? От силы час порыбачите все. Час уже порыбачили. Еще часок постоим. Наверное. А может быть и нет. Посмотрим. То есть в тот раз мы с вами попали на ход рыбы. Вон мелочевочка. Бывает, стайками проплывает. И все. А крупняка близко сегодня нету. Практически нету. И почему-то только ясь один сегодня. Что за дела, непонятно. Вот, друзья, опять дождались мы очередных подъязочков. Другой рыбы почему-то сегодня нету. Почему, не знаю. Объяснить я это ничем не могу.
Ну, подъязочки хорошие. Пускай будет сегодня день езя. Как-то так. Тише. Ези прям сегодня добрые. Что об этом и говорить. Ну, хоть их половим. Так бы для полного счастья бы. Еще бы нам сазанчика бы одного. Трофейного бы. До карасиков с пяток. И можно съехать смело домой. Но без рыбы и эта рыба. Дело к ночи уже. Повечерело. Птички поют. Ветер успокоился. Скоро комар подымется прям хорошо. Народ в сторону дома едет, моторы гудят. Ну, мы сейчас немного постоим да поедем. Либо мелкая была, рядом с камерой пролетела, либо бог и знает. Мелкая, наверное, была. Обалдеть. Это просто обалдеть. Сегодня день езя у нас, однозначно. День езя. Где они шли, я их даже в камеру не видел. Решил просто переставить подъемник. А они, вот они. Мы с вами сегодня в ведро точно их поймали. Я в шоке. Решил переставить, а они вот они. Ну еще минут 15 постоим и поедем в сторону дома. Где они шли, непонятно. Ну что, уважаемые зрители, наверное, будем заканчивать нашу сегодняшнюю рыбалку. Какая бы она ни была, она была зачетной. Без рыбы домой не отпустила. Ну все, достаем подъемник, собираем и идем смотреть, что у нас добыл наш коллега Владимир Николаевич. Ну что, Владимир Николаевич, наворочил? Как твои успехи? Как? Очень плохо. Почему? Добыл хоть одну? Два, но это тоже результат. У меня сегодня тоже плоховато. Сколько? Я еще не считал. Мешок два. Ага, мешок два. Ты чё? А у нас вот какой результат.
чисто белая рыбка сегодня. Вот такие вот язёчки. Все до единого. Хорошие, большие, упитанные, толстые. Кормовая база колоссальна. Сейчас вот, когда вот с этих вот разливов уйдет в русло реки, там у нее жор проснется. И начнут такие вот ези клевать на удочку. И эти сазаны, и караси, и вот этих вот езей мы будем с вами ловить на удочку, на спиннинге, на фидер. Вот такая вот сегодня была рыбалка. Я считаю, что получилась она. Вы уже как поняли, на рыбалку съездить это не как в магазин сходить. В прошлый раз, если у нас было разнорыбье, а сегодня даже нам какой-то карасевич даже, и тот не попался. Ну и все на этом. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересного и много нового. Всем всего доброго и до новых встреч на природе. Вон какой красивый закат. Все. Пока.